Что главное в танце, конечно, чувствовать ритм. Этому и многому другому научились химчане на мастер-классе по карибским танцам. Жителям показали движения из меренги, ча-ча-ча и сальсы, научили танцевать в паре. Несмотря на прохладную погоду, никто не замерз. Все с удовольствием танцевали под бодрящие звуки карибской музыки. И вот как фонтан, как вода в фонтане бежит, мы должны быть такими же текучими с вами, такими же пластичными, гибкими. Урок танцев для химчан провел Алексей Дульнев в парке «Дубки». Подробную информацию о предстоящих мастер-классах можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.